Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite. И сейчас мы разберемся, как поменять обои на данном девайсе. Итак, для начала мы зажимаем пальцем в любом свободном месте главного экрана. Теперь выбираем функцию обои и стиль. И теперь можно нажать изменения обоев. Здесь можно теперь выбрать из галереи, из рекомендуемых, либо из графиков, цветов, динамические заставки, динамические экраны. Например, пейзажи. Можно загрузить что-то. Пейзажи были загружены и применены экран блокировки. Нам надо как бы к главному экрану что-то применить. Обои. Ну, в рекомендуемом тут тоже не густо, конечно. Графика. Давайте выберем вот такой вот. И поставим готово. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!